перед началом учебного года и Днем города приводили в порядок территории Никольского сквера и зон отдыха. На борьбу с мусором вышли представители предприятий и учреждений города, а также работники органов местного самоуправления. Наши горожане, уезжая с зоны отдыха, за собой оставляют очень грязную территорию. А мы хотим, и эта акция говорит о том, что был бы зеленый лес. Мы говорим об экологии. Так надо уважать и любить природу. Она же чувствует наши отношения. Вот, поэтому, как у нас фестиваль «Ямальский регион», я говорю, прошел. Вот если бы все так, ни одного окурочка они за собой не оставили. В течение 2 дней полнейшая чистота. Вот если бы наши горожане все так себя вели в зоне отдыха, то, наверное, бы таких субботников, наверное, не надо было бы. Мы бы только бы сажали, озеленяли, убирали бы поросли. Собранный мусор на полигон твердых бытовых отходов вывозил транспорт «Автодорсервиса».